Дорогие женщины, мне бы хотелось в этот прекрасный весенний день, или не очень весенний, смотря в какой части света вы находитесь. Да, в этот календарный весенний день поздравить вас с Международным женским днем 8 марта. Стоит, наверное, поблагодарить отдельно дорогих товарищей Клару Цеткин и Розу Люксембург за то, что ваш муж или молодой человек прямо сейчас на кухне моет за вас посуду. И, конечно же, отдельное спасибо Матушке Земле за то, что она рождает прекрасные цветы, которые вам дарят в этот день ваши родные, любимые и коллеги по работе. Будьте же здоровы, красивы, любимы и счастливы. Пусть сбудутся ваши мечты и будут успешными все ваши начинания. Так моют они посуду или отлынивают?